Друзья, мы с вами в Сопоте. Я вам хочу сейчас показать и рассказать об удивительном доме. Это называется Кривой дом. Это самый необычный дом планеты. Расположен этот дом на улице Героев Монте-Кассино, 53. Вот его летом, если не особо так видно. А тут сейчас мы с вами посмотрим его во всей красе. Вот он, Кривой дом. Сейчас еще подальше отойду, чтобы его весь видно было. Тоже самолеты у них летают, как у нас в Калининграде. Видать, друг друга сами себя боимся. Посмотрите, какой удивительный дом. Сейчас мы его обойдем со всех сторон. Значит, построен этот дом был в 2004 году. По проекту архитекторов Шатинских и Залевского. За основу выбрано для строительства лежит как бы оптическая иллюзия. Вот видите, даже если смотреть, оптическая иллюзия. Смотря на него, кажется, что он расплавился на солнце. Вот как Балтийское море, солнце, пляж. Вот наш дом и расплавился. Он действительно является кривым и не содержит ни единого ровного места и угла. Кстати, хочу вам сказать, вот Кривой дом, он возглавляет список из 50 необычных зданий мира. В нем располагается торговый центр «Резидент». Сейчас мы со всех сторон посмотрим. Может, нам удастся, не знаю, туда зайти. Вот посмотрите, какой просто необычный дом. Вот правда, как будто вот просто он расплавился весь. Давайте вот вправились, ни одного угла ровного. Так оно и есть. Здесь, видите, кафешки, магазинчики всякие. Видите, адрес. Ну что, не знаю, работает, не работает. Давайте попробуем сюда зайти. Двери открылись. Вот эта стена, вот здесь все знаменитости приезжают и вот расписываются на этой стене.
Так что, ребята, вот мы посмотрели на самый удивительный дом планеты. Не просто так, какого-то городишка, а вот именно планеты. Обязательно побывайте здесь. Все, до новых встреч. С вами была Прибалтийская дача.